Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Раньше я часто выкладывала фотографии в соцсеть. Часто какие-то моменты, они обязательно должны были быть красивыми. Все я это делала, потому что хотела показать какие-то успехи бывшим одноклассникам. Я получала лайки, все, кто со мной общался, думали, что моя жизнь очень радужна. Конечно, в моей жизни было не все идеально, как на фото. Сейчас я не хочу так жить, не хочу быть зависимой от показа в соцсетях. Хочу перестать это делать. Ну, как? Ну, во-первых, здесь несколько моментов основных, на которые вот хотелось бы обратить ваше внимание, да? Вот первый момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, как, собственно говоря, у вас складывались отношения с одноклассниками, вот. Что вы хотите, ну, хотели или хотите, да, демонстрировать им там, ну, какие-то вот свои успехи. Вот. То есть вот что это за отношения с одноклассниками такие? То есть откуда такая вот история у вас? Откуда такая история у вас? Что вы вот прям нацелены, прям хотите что-то, ну, что-то доказать, что-то показать и так далее. Вот. То есть, ну, очевидно же, что не все здесь так вот может быть хорошо, не все здесь так может быть радужно, да, и так далее. То есть у вас тут что? Тут у вас, ну, очевидно, какие-то травмы есть. Вот. Это первое. Если есть травмы, то с ними нужно, конечно, работать. Но вот. Их нужно помочь вам прожить, и от них вам нужно, ну, помочь немножко освободиться. Вот, по крайней мере, ну, по крайней мере, вот, исходя из того, что я вижу, опять, исходя из того, что, что вы описываете, это первое. Второе, значит, для того, чтобы вам перестать это делать, на мой взгляд, необходимо, ну вот, найти в своей жизни, да, что-то интересное. Вот. Если для вас, если у вас в жизни на данный момент как-то вот не особенно чего есть интересного, вот, то как вы можете это бросить? Ну, то есть буквально как вы можете перестать? Совершенно очевидно, что никак. Вот. Совершенно очевидно, что не можете. То есть, вот, переключиться. Переключиться нужно. Нужно переключиться. А переключиться пока вы не можете, потому что с одной стороны
болит, то, что вот, ну, с вами было, болит. А с другой стороны, не чувствуете, что вам будет что-то интересно, что вам что-то нравится и так далее. Вот. Поэтому эти вещи нужно корректировать, и я уверен, что у вас все получится, ну, в итоге. Вот, но это индивидуальная работа, вот, которую вам желательно проводить, значит, с психологом, да, со специалистом, вот. И таким образом вы могли бы вот уже для себя что-то, ну, что-то почерпнуть. Вот, и что-то выделить. Вот. Как-то, пожалуй, так я бы вам ответил. Сейчас вот именно с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот на этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам, значит, сформулировать базовые постулаты для психотерапии, позволит вам вот, ну, именно что их сформулировать, именно что решить, чего же вы вот хотите для себя. Да, ну, что вы хотите конкретно для себя изменить, и хотите ли вы что-то для себя менять. Вот. Но в любом случае психологи вам в этом помогут, если вы дадите такую возможность нам. Вот, и помогут вам решить ваши трудности, помогут вам решить вашу проблематику. Вот. Удачи вам, обращайтесь за помощью, всего самого доброго.